СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542 может спасти чью-то жизнь. ГТРК «Алтай» совместно с Росфондом продолжает помогать детям с различными заболеваниями. Кому нужна помощь сейчас, расскажет Светлана Глушкова. ОС. Да? ОС, правильно. Вот уже полгода Милана с мамой изучает букварь. Это любимая книжка девочки. Но год назад, когда мы познакомились с семьей Кан, ничего этого не было. В сентябре 15-го девочка не умела ни сидеть, ни ходить, а в ее словарном запасе было не более 10 слов. Тогда, благодаря нашей помощи, Милана отправилась на лечение в Москву, в Институт медицинских технологий. И в первую поездку сразу же были незначительно, но для нас это большие результаты, уже большие победы. Милана стала больше, конечно же, опора появилась получше, спинка укрепилась. Мы уже стали лучше сидеть на стульчике. Девочка родилась с обвитой вокруг шеи пуповиной. Из-за этого у Миланы развился детский церебральный паралич. Но благодаря постоянным тренировкам, массажу и дорогостоящему лечению девочка стала делать уверенные шаги. Правда, еще все-таки не сама. В основном она висит. Она чувствует или за руки держит, или спиной опирается об ноги твои. А тут она стоит и чувствует себя уже. И ходьба уже как бы можно... Маленечко один шаг, как сказать, довериться ей, чтобы она его сделала самостоятельно. Чтобы Милана смогла самостоятельно ходить и говорить полноценные слова, врачи советуют продолжить лечение в Московском институте. Милана нуждается в госпитализации для восстановительного лечения с целью дальнейшего увеличения двигательной активности, закрепления ранее полученных навыков, улучшения координации движений, равновесия тела, стимуляции речевого и психоэмоционального развития. И несмотря на то, что Милане только 5 лет, она уже мечтает пойти в школу и научиться писать. Помочь воплотить детскую мечту просто. Нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Обещают, что мы программу школьную будем осваивать. Все-таки, скорее, если даже чисто физически ребенок не сможет посещать школу, то хотя бы на дому, но мы будем учиться, да. Стоимость лечения почти 200 тысяч рублей. Большую половину от суммы обещают собрать читатели газеты «Коммерсант» и гости сайта «Русфонд». Не хватает еще 38 тысяч. Помочь Милане просто. Нужно отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей.